Централизованная система библиотек города Курска в рамках информационно-просветительского проекта «Навыки 21 века. Цифровая грамотность юных курян» представляет мастер-класс по созданию виртуальной открытки к 8 марта. В поисковой строке находим сайт для создания графического дизайна «Canva». Заходим любым удобным для вас способом – Google аккаунт, почта и так далее. В правом верхнем углу нажимаем «Создать дизайн» и ищем подходящий формат. Я выбрала открытку в альбомной ориентации. Открывается пустая страница. Здесь вы можете добавлять уже предложенные шаблоны, элементы, но мы загрузим свои. Их вы можете скачать на официальном сайте централизованной системы библиотек города Курска в разделе «Материалы» для мастер-класса на главной странице. Из папки со скачанными материалами просто перетаскиваем нужные нам шаблоны. В случае ненадобности их можно удалить. Добавляем на нашу пустую страницу элементы, из которых хотим сделать открытку. Форматируем по размеру, расположению. Вы можете добавить текст с пожеланием. Выбирайте шрифт, размер, цвет. Цвет шрифта вы можете выбрать такой же, как на ваших элементах. Также можете сами написать свой текст. Итак, наши открытки готовы. Чтобы их сохранить, в правом верхнем углу нажимаем «Поделиться», выбираем формат, выбираем нужные нам файлы и нажимаем «Скачать». Создавайте виртуальные открытки своими руками.